В «Лукойл-Коми» посвятили в «Нефтянике» молодых специалистов. Событие состоялось в рамках Дня молодого специалиста. Ежегодно оно объединяет десятки молодых нефтяников и ряд командообразующих мероприятий. Совместные экскурсии на производственные объекты и музеи, семинар-совещание председателей советов молодых специалистов, тренинг и, конечно, традиционный волнительный обряд помазания нефтью. Любовь Лапина подробнее. Совет молодых специалистов «Лукойл-Коми» за годы своего существования объединил самых активных работников предприятия и стал движущей силой во многих вопросах. Сегодня лукойловцы ведут профориентационную деятельность в школах и вузах, занимаются волонтерством, участвуют в благотворительных и экологических акциях, выступают с научными проектами, предлагают инновации на производстве. А один день в году они посвящают новобранцам, специалистам, недавно пополнившим штат предприятия. Это мероприятие проводится каждый год, и в этом году мне посчастливилось принять в нем участие. Я очень рад оказаться здесь, в окружении прекрасных наших молодых специалистов. С каждым из них мы знакомы, каждый из них талантлив. И, честно говоря, очень приятно разделять этот статус нефтяника, молодого специалиста вместе с ними. В этом году нефтяники из Усинска, Ухты и Перми побывали на Яреге, где спустились в нефтешахту номер 2. Посетили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод и музей Ухтинского государственного технического университета. А в Усинске для ребят организовали экскурсии в музей истории нефтегазовой промышленности Тимана Печоры и на газоперерабатывающий завод. Самым же ярким событием стало посвящение нефтяники. Все они прошли через церемонию помазания нефтью. Церемония посвящения объединила новобранцев из центрального офиса «Лукойл-Коми» и структурных подразделений. Всего в этом году в команду предприятия принято 36 выпускников вузов. Я считаю, что девушке вполне по плечу развиваться в нефтяной отрасли, в этой прекрасной компании. Сегодняшний день, сегодняшнее мероприятие очень грандиозное. И с этого мероприятия, в принципе, от Совета молодых специалистов, исходит огромная поддержка. В день молодого специалиста прошел и семинар-совещание председателей советов молодых специалистов структурных подразделений «Лукойл-Коми». Лучшим из них в этом году стало объединение на базе «Ярига нефти». Любовь Лапина, Владимир Исенбаев, телеканал «Юрган».